Друзья, всем привет! Меня зовут Александр. Я рад, что вы смотрите это видео. Мне это очень приятно. Сегодня мы проведем эксперимент. Постреляем немного из травматики по мясу. Мы выбрали, на мой взгляд, оптимальное расстояние – 2 метра. Итак, самые прошаренные уже догадались, с чего мы будем сегодня стрелять. А вот наша жертва – свинота. Я не мог выбрать часа два этот подходящий экземпляр. В нем есть много мяса, хорошая шкура, кости. Это как раз все то, что нам нужно. Такой упитанный гопничек будет. Сегодня он испытает боль и унижение на своей шкурке. Постреляем. Посмотрим, как пробивает травмат. Какие разрушения нанесут наши пули. Ну и в конце я разрежу, покажу тушку вам. Мы посмотрим, есть ли эффект от травмы. Подведем итог нашего эксперимента. Досмотрите ролик до конца. Приятного просмотра. Ну и как не говорят на ютубе, поплыли. Она остановит любого нападающего. Она переворачивает в воздухе. Это оса. Друзья, ну что, мы почти готовы к бою. Мы одели нашу свинью, подвесили ее, настроили все наши камеры. Не знаю, удастся ли снять в замедленном виде, ну посмотрим. Сейчас наш снайпер разомнет пальцы и произведет первый выстрел. Огонь!
Ну вот, мы добили нашу свиноту. Хочу сказать, что съемки маленько пошли не по сценарию. Моего напарника с детства, видимо, учили стрелять дырочка в дырочку. Я хотел наглядно перед вами извлечь пули, но первая пробила шкуру, а вторая пробила мясо, обогнув все ребра, стоящие на ее пути. Мда, прям как легендарные пули со смещенным центром тяжести. И все же итог таков, мне бы не хотелось ни за какие деньги или шанишки поймать такую плюху. Ни первый раз, ни во второй. Человеку просто повезет, если пуля попадет в кость. А если же нет, то ее найдут только при вскрытии. Она легко может нанести смертельные раны. Так что 1000 раз подумайте, прежде чем стрелять, и 2000 раз, прежде чем нарваться на такое. В обоих случаях будет результат печальным. На этом будем заканчивать. В следующих роликах будем тестировать другие травматы. Напишите в комментах, какие пистолеты вы хотите увидеть. Подписывайтесь, нажимайте большой палец вверх. До скорых встреч. Пока.